Сорт томата «Винный кувшин». Этот сорт из США. Сорт высокорослый, среднего срока созревания. Урожай начинают собирать через 100-105 дней после высадки рассады в грунт. Кусты достигают примерно 1,82 м в высоту. Они обязательно нуждаются в посынковании и опоре. Для увеличения урожайности и получения крупных плодов кусты формируют в 2-3 стебля. На каждой цветочной кисти образуется по 5-6 завязей. Если томат растет в соответствующих условиях, то с каждого куста можно собрать до 6 кг помидоров. При полном созревании плоды достигают темно-красного цвета с фиолетовым оттенком. Средний вес плодов, достигших биологической зрелости, составляет от 90 до 110 грамм. Но бывают и плоды весом до 150. Этот сорт можно выращивать как в теплицах, так и в открытом грунте. В разрезе плоды четырехкамерные, имеют толстую стеночку и плотную кожицу. У них сладковатый насыщенный вкус. Используют этот сорт для приготовления салатов и консервирования. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.